Меня зовут Агаренко Михаил, мне 13 лет. Я привез две работы, выполненные в технике ZenArt. ZenArt – это медитативная техника рисования. Это йога для мозга. Простые узоры помогают расслабиться, успокоиться, привести мысли в порядок. Здесь, на своей работе, я изобразил символ древнекитайской философии инь-янь. Это женское и мужское. Это светлое и темное. Это полярные стороны Вселенной, которые составляют движущие силы и гармонию Вселенной. Вторая моя работа – это морская звезда. Символ возрождения – начало нового. По фэншую пятиконечная звезда объединяет два женских и мужских лучика. В таком соотношении является оберегом семейных отношений, домашнего уюта, является символом бескорыстной любви и милосердия.